Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Hammer Watch Plus. И сейчас я покажу вам, как заблокировать сенсор. Итак, летво мы тянем вот так вверх и нажимаем на значок замочка. Таким образом мы заблокировали сенсор. Как вы видите, мы ничего не можем сделать. А чтобы его разблокировать, мы зажимаем вот эту кнопочку. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.